сейчас поедем за Волгой. Местность, деревня Федурина. Мы видим корову, вот ее вымя. И вот мы пришли в Жданец. Долго ехали. В лагере вообще никого нет. Столовая закрыта, вообще ноль человек. Тишина абсолютная. Ну что, пойдем шалаш в лес строить? Ой. То есть в лесу шалаш будем. Вон под лодками сегодня будем ночевать, походу. Вот мы поели, сейчас я иду в администрацию, чтобы взять ключики от домика. Заправились, идем сейчас в библиотеку на просмотр видеофильма. Там даже стоит полный кинотеатр домашний. У нас выключился свет. Мы идем смотреть, почему. Причина. Так, вот коробка, тут вроде все нормально. Ну что, Жень? Все сделал, что? Уже так быстро? Да, так я даже не успел снять ничего. А вот так вот. Дельмана. Вот, мы сейчас, что-то совсем это маловато. Это же коньяк. Надо побольше бы. По чуть-чуть начнем, а там как пойдет? Ну да. Мы сейчас хотим повторить наш прошлонедельный этот подвиг, перейти реку вброд. Что у нас получится из этого, сейчас посмотрим. Вот то, на той неделе здесь было все затоплено. Видите, как сейчас это все выглядит? Все нормально более-менее. Вот и Васи купили, пошли домой к себе. А не, мы пошли не домой, мы пошли здесь пить его. Вот вы видите плоды наших трудов. Сейчас мы с Серегой здесь меняли коробку от освещения в лагере. Вырыли новый столбик, ямку сделали, ставили столбик, прикрутили. Даже изолента не понадобилась. Вот какие мы молодцы. Вот наш домик выглядит так. Видите, да? Летняя беседка. Вот Серега там все выкидывает. То есть на первую смену и на третью мы здесь думаем. А! А я не нашел его. Ты куда его положил? Что делаешь? Да ладно. Правда, что ли? Ты исходил за магнитофоном, а я стал... Что, это ты шумел? Домик с балкончиком. Да. Вот наше будущее место пьянок, попоек наших. Ну, сейчас посмотрим, как домики выглядят там. И вот наш домик. Такое ощущение, как будто здесь никто никогда не убирался. Домик электриков. Вот, видите.
Ты автомат, который сейчас жену стоит. Окску. Куча проводов. Вот это я. Может, и видно. Так. Домик, кстати, двухэтажный. Не какой-то там. Пойдемте на второй этаж. Вот вход на второй этаж. Это для вентиляции тут все сделано. Запасная кровать. Aerospace. Вот. Надувается очень просто. На пол ложится и можно спать. Готово к использованию. Вот я поднимаюсь. Вот, раздевалка. Вешалки висят. Камин стоит. Самый таких каминов для студентов не дают. Для студентов с обычными масками не дают. Вот, сейчас мы все кровати выкинем. Расписание электрички, поездов. Вот, видите, вид из окошка. Вот мы тут выглядит, он бренец. Пойдемте посмотрим вид с балкона. Если честно, очень страшно. Пол разбит, стульчик стоит. Вид с балкона. Домик охранников. И горы паутины. Вот мы сейчас убираемся в домике. Столько мусора у нас, как видите. Вот комнатушка. Вот все, что мы выкинули. За последние 10 лет такое ощущение, что здесь вообще никто не убирался. Жили в свинарнике. Птички мертвые, сейчас посмотрим. Пойдемте. И в итоге вот что у нас получилось. Вот все наше электрооборудование, с чем мы будем работать. Электрики. Это мы.